Центр «Мой бизнес» организовал в Чебоксарах первый республиканский форум предпринимателей. В зале ДК ЧГУ около 600 человек, причем не только действующие бизнесмены, но и студенты, те, кто только выбирает свой путь. О трендах 2020 года собравшимся рассказали как московские, так и местные спикеры. В фойе ДК ЧГУ выставка продукции малых предприятий республики. Такие площадки – хорошая возможность не только найти единомышленников, но и новых клиентов. Я хочу получить новые знания, как развиваться, расширяться, масштабироваться. Мне интересно саморазвитие, самопрезентация, ну и новые знакомства, конечно, прежде всего. Те предприятия, которые, скажем так, не на волне успеха, это все из-за того, что они в какой-то момент перестали учиться. Сейчас, в 21 веке, уже не так, как было, скажем, в советское время. Один раз ты получил профессию, и всю жизнь ты работаешь. Сейчас нужно учиться постоянно. Форум организован при поддержке Центра «Мой бизнес». Для участников подготовили насыщенную образовательную программу. В качестве спикеров – тренеры по продажам, успешные предприниматели, эксперты по росту бизнеса, рекламе и маркетингу. Была задача привести компетентных федеральных спикеров, которые рассказали бы нашим предпринимателям о базовых вопросах в сфере продаж, в сфере маркетинга, в сфере IT-технологий. Сейчас в стране в рамках национального проекта особое внимание уделяется женскому предпринимательству. Поэтому на форуме немало представительниц прекрасного пола. Эксперты отмечают, в последние 2 года отношение к бизнес-леди заметно изменилось. Теперь на них смотрят не так скептически. Да и ниш для женского предпринимательства стало гораздо больше. Есть специальные кредитные программы и другие формы государственной поддержки. Мы в нашем комитете считаем, что нужно поддерживать не просто женщин, а нужно поддерживать какие-то программы и интересные проекты. И вот одной из таких программ, государственных программ, является поддержка социального предпринимательства. Женщину связывают слова «дом», «семья», «дети». Но у нас женщины этим не ограничиваются. Они наравне с мужчинами открывают новые рабочие места, создают атмосферу там соревнований каких-то. Но, конечно, нашим предпринимателям, конечно, надо и помощь. Но существует у нас система господдержки предпринимательства. Работают разные площадки, как вот наш форум. Разные такие обучающие семинары проводят, конкурсы разные. Вот это оно очень помогает предпринимательству. Как отметили эксперты на пленарном заседании, главный тренд 2020 года – это скорость. Скорость обслуживания клиента, скорость принятия решений. И задача предпринимателей – не выпасть из этого потока. И тогда можно рассчитывать на успех. Надежда Андреева, Михаил Солин, Вести Чувашия.